Включаем фары, когда выезжаем за город. С 1 октября в Украине стартует новый режим передвижения транспорта. Водители просят не забывать включать свет перед выездом на загородные трассы. Подробности далее. Теплый сентябрь позади, значит, осень вступает в свои полноценные права. Наступает пора теплых пледов, интересных историй под горячий чай и включенных фар. В управлении патрульной полиции напоминают, что с 1 октября все водители транспортных средств, покидающие пределы населенных пунктов, должны включать дневные ходовые огни или ближний свет. Нагадуємо, с 1 жовтня по 1 травня, згідно вимогам правил дорожнього руху, кожен водій, який рухається поза межами населених пункту, повинен вмикати денні ходові вогні або ближні світло фар. Тож бережіть себе та будьте відповідальними водіями. Тех же, кто забудет это сделать, ожидает предупредительная беседа с инспектором. А вот более серьезные нарушения или технические неполадки осветительных приборов грозят штрафом. Відповідальність адміністративна, стаття 125 адміністративного кодексу. І інспектор має право зробити водієві попередження. Але якщо ви не увімкнули показчики повороту, то, звичайно, настає також адміністративна відповідальність згідно статті 122 частини 2, і водій буде змушений сплатити штраф у вигляді 425 гривень. Такой режим передвижения по загородным трассам продолжится до 1 мая следующего года. А пока же, в первый день его начала, полицейские лояльны и ограничиваются только устным предупреждением.